Чехии впервые в истории родилась пятерня. 23-летняя Александра Кинова 2 июня при помощи кесарево сечения произвела на свет 4 мальчиков и 1 девочку. В операции участвовали 40 специалистов, все прошло без осложнений. Врачи говорят, что мама и дети чувствуют себя удовлетворительно. Эксперты планировали операцию целый месяц. Первого появившегося на свет младенца назвали Даниэлем, за ним родился Михаэль, далее Алекс, а потом Тереза и Мартин. Стоит отметить, что подобные случаи встречаются крайне редко, примерно 1 на несколько миллионов. Это при том, что мать близнецов не прибегала к искусственному оплодотворению. У Александры и ее мужа уже есть 1 ребенок. Пара говорит, что до последнего не знала количество своих будущих детей. Что ж, теперь у них их 6.